А где тут что, блядь? Вызов диспетчера вывез. Там что, кто-то есть? Верни, верни. Здрасте! А давно платная парковка? Да? Испугались, что ли, я понять не могу. Ну, видимо. Блин, отрицательно, конечно. Здесь негде встать. Вон автобусы даже выезда переграждают. А здесь под варежкой, если останавливаться, места хватает? Ну, я считаю, мало. Считаю, мало, конечно. Судя по тому, что это мегаполис, пропускная способность машин должна быть больше. Там пусто, здесь люди не могут встать. Вы придите в 6 вечера, когда у вас здесь будет пробка, стоплотворение, и потом поговорите. Часто что тут? Не, а ваше отношение нас интересует как водителя? Да нормальное отношение. А что тогда не заезжаете туда? Куда? К вокзалу, платная парковка. Ну а что это? Дай денег, да заеду на.